Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Давайте поговорим о листиках и детках. Особенности ухода и что делать, если, допустим, материнский лист мешает детке, или, допустим, материнский лист немножко привял, подгнил. Что делать, в каком случае, как? Вот я собрала такую толпу примеров, вот, чтобы наглядно вам показать. Давайте разберем каждый случай отдельно. Так, вот когда детки и листики растут замечательно. Вот видно, что есть материнский лист, он подрос, пока укоренялся. У него есть деточка одна, молодец, старается. Деточку, в принципе, можно уже отсаживать. Материнский лист детки не мешает. Вот. В данном случае есть еще один вариант. Это вот когда листочек материнский и снизу пустил детки. Но он на них не ложится и не мешает. Им тоже, в принципе, все замечательно. Но здесь есть одно «но». Я отставляю этот стаканчик. Теперь следующий вариант. Вот тоже листик и детка. Растут, прекрасно себя чувствуют. Здесь маленький листочек тоже пустил деточку, так как положено, вот где ему надо. Все замечательно. Листик, детки не мешают. Вот они вот так вот растут, пока не нужно будет. Вот в этом случае можно уже отсаживать по размеру детки от материнского листа. Этот лист достаточно здоровый, когда вы отсадите вот эту детку, можно будет посадить его дальше. Пусть растет и дает дальше потомство. Это варианты, когда все в порядке. Вот. И еще вот все замечательно, никто никому ничего не мешает. Давайте рассмотрим вариант, когда лист ложится на детку. Вот. Посажены листья по моему методу, как я сердила листики, снимала, я дам ссылку на ролик. Вот он не подрос, вот он так и сидит вот рядом вот с деткой. Видно, немножко он ее закрывает. Можно оставить, можно подвернуть вот так вот палочку за палочку его, чтобы он не так касался. Но лист снимать рано, убирать рано, отламывать рано, потому что детка еще не подросла. Значит, это мы вот берем, вот видно, да, если вот так, не надо ничего сламывать, просто если получается, вот немножко его подвернуть и дать детке развиваться дальше. Следующий вариант. Вот есть такой вот замечательный листочек у меня. Вот. Вот дал детки. Детки получились и снизу листа, и сбоку. Вот. Больше получилось сбоку. Что делать в таком случае? Вот еще обратите внимание. Видно, я посадила листики с некрозом. От солнечный ожог. То, что я писала, замечательно укоренился, да, дал деток, нигде ничего не подпортился. Вот в таком вот случае я всегда стараюсь сломать материнский лист. То есть его убирать еще рано, потому что вот эти вот маленькие детки еще не подросли. Вот он уже, я вам показывала, он сам сломался. Значит, мы убираем его, немножко освобождаем детки, чтобы им попадало больше сюда света. Так, отставляем. Следующий момент, то же самое. Вот мешает, вот одна деточка получилась так, как мы хотим, а вторая деточка и третья, вот они вот прям ложится, он на них. То же самое, чтобы не мешал, мы берем его, сламываем, вот так вот отламываем, чуть-чуть сверху. Можно срезать, но я ломать без каких-либо усилий и стараний. Вот мы сломали, получили вот такой вот вид. Ничем не надо ни присыпать, ничего, просто сломали, дали возможность деткам расти, развиваться дальше. Вот здесь вот есть у меня такой, что он тугодумный сорт Сьюзи Саншайн. Вот я сломала, вот детка выползла вообще в другом месте, не там, где я ее вообще ждала. Вот. И, пожалуйста, вот отломан листик был, тоже давным-давно, вот видно, что он подрубцевался, стал таким беленьким, вот если вы видите. Вот, там, где я сломала. Пожалуйста, растет себе детка, дальше развивается. Листик не гниет, дает питание деточке. Все в порядке, у них все хорошо. Так, теперь следующий момент. Это когда
у нас так получается, вот есть детки, вроде бы как бы можно уже рассадить, но все у меня не получается по времени, все некогда. И вот такое случилось с материнским листом. Вот он подгнил от времени. Шейму. Пришел момент такой, что уже нужно его убирать. Вот что делать в таких ситуациях? Конечно, когда детки вот такого размера, проще рассадить, отсадить их от материнского листа. Вот, и по отдельным емкостям. Так? Но так как вот в данном случае у меня, допустим, нету времени, но этот лист надо убрать. Почему убрать, я вам дальше покажу. Вот, берем, отламываем его аккуратненько. И ставим назад. Не поливаем сразу, буквально позже. Но эти детки нужно отсадить, рассадить в ближайшее время, потому что вот у меня, когда он сломался, вот то место, откуда шли корешки, они остались внутри земли. Поэтому в данном случае нужно будет обязательно в скорости рассадить. Это как вариант, какой возможен у вас может быть. Теперь дальше. Вот когда вот материнский лист вот такого вот совсем неприглядного вида. Все, он уже подгнил. Детка маленькая, нельзя трогать. Значит, вот когда он подгнивший, вот такой мягкий, его очень легко вытаскивать. Вот вы саму детку, не травмируя детку абсолютно, вот вытаскиваете его потихоньку. Все, он сам уже сдался. Почему я не трогаю детку? Потому что лишний раз для такой маленькой детки травмировать корневую систему, она может не выжить. Проще вытащить лист подгнивший, материнский, поблагодарить его, что он нам дал деточку такую замечательную, и оставить детку расти дальше. Так, вот еще такой момент. Вот бывает, вот, если вы покупали, или у вас получалось, что вот на такие маленькие листочки ювенильные, это самое первое, которое выпускает фиалочка. Вот бывает вот такое вот желтенькое. Это не страшно. Здесь никто не живет, здесь все в порядке. Просто издержки полива по верху горшка. Еще когда листочек зарождается, вот поливается водичка и немножко соли скапливается на самом листочке, тормозят рост. Но здесь лист просто будет расти, он не будет ничего мешать, пусть и растет, подрастет, деточка окрепнет, можно будет его снять, убрать. Но это не зараза, никто там не живет, это просто деформировался сам листочек. Понятно? Так, следующий момент, это если мы вот не уберем вот этот вот подгнивший материнский лист, да, вот если мы его не убираем, у нас получается вот такая ситуация. Вот он. Это я вот, да, специально покопалась в своих стеллажах. Вот он. Лег и лежит себе на детке. Этой детке повезло. Влажность была не сильно высокая. И ничего с ней не случилось. Материнский лист всего-навсего вот взял и подгнил, засушился. Все. Сам себе ушел. Никого за собой не таща. Так, вот еще такой вариант, вот, да, видно, то же самое, вот он подгнил абсолютно, полностью, и сидит вот эта вот такая вот гадость такая у нас возле детки. Чем вот такая ситуация чревата, если не убирать вот эти вот листья, да, вот вы боитесь, не хотите, не можете, вот показываю результат. Здесь, конечно, мне печально, потому что это я по недосмотру полила, лист материнский подгнил, стояли детки в тепличке, немножко похолодало у нас. И как результат, сейчас я вам покажу эту красоту в кавычках. Вот практически полностью вот этот листочек лег так же самое, как здесь, лег на ствол фиалки детки. И от детки уже ничего не осталось. Вот видно, что здесь вот уже полностью повреждена по вот этой гнилью. Полностью повреждена фиалка. Конечно, вариант есть. Может быть, получится что-то подсыпать. Потому что снимать, не знаю, я... Конечно, шанса здесь нету. Вот соседней детки абсолютно полностью был съеден вот этим гнилью. Вот центр детки. В принципе, вот впустую потраченное время. Жалко. Но что делать, на ошибках нужно учиться. Поэтому вот такие вот листья гнилые мы с вами